Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами сейчас на проходе к морю в Одиссее, называется. Здесь сделали уже проезд, хотя ни одного знака, разрешающего проезжать, в принципе, нету. Администрация города Анапа ответила мне о том, что все строения здесь незаконные, они будут это все сносить и останавливать, потому что здесь по новым генпланам, по всем вообще правилам зеленой зоны, здесь действительно был лес, росли туи, их, видите, выкапывают, сносят. Сейчас можете увидеть, что продолжается строительство. Вчера еще этой земли здесь не было, завозят ее, залили бетон. Это все на зеленой зоне, то есть, получается. И при том, что есть и обращение, администрация даже писала ответы, что это все незаконно. К большому сожалению, мы наблюдаем с вами вот такую картину постоянно. Вот здесь построилось, то есть тоже был лесок, все было хорошо. Впритык деревянных домиков, ну где там нормы какие соблюдены, я вообще не знаю. Это при том, что, повторяюсь, эта территория, это зеленые зоны, строительство на которых запрещено. Забор на бетонном основании является капитальным строением, которое подлежит сносу моментально. Но, к большому сожалению, видать, кто-то что-то где-то имеет какие-то связи по ходу, потому что это невозможно. Для ориентации, смотрите, с правой стороны пансионат Слена, с левой стороны пансионат Черноморец. И мы идем к морю, это вот Пионерский проспект 267. Сейчас чуть дальше вам покажу. Раньше, кстати, вот тротуарная плитка, видите, чуть проглядывается. Здесь был хороший тротуар, и местами скамеечки стояли. Осталась вот одна. Больше ничего. Вот эти строения, когда их строили, я раз 15 вызывал администрацию, полицию. Никто не приехал. Приехали только администрации, когда залили забор полностью, из бетона, чтобы вы это понимали. Стоит на песке на нашем, на зеленой зоне залитый. То есть полностью беззаконие. Написали бумажку и уехали. И так никаких действий не было произведено. Также стоят деревянные домики впритык друг к другу и сдаются отдыхающим. Я не против бизнеса, не против чего. Но просто у нас совсем не осталось зеленых зон, в которых можно было бы прогуляться. И вот я вам показывал последний оставшийся пляж Кавказ. Он находится с той стороны через Черноморец проход. Но сейчас покажу дальше. Это уже вообще прям беспредел. Здесь построили строение. Его тоже могу назвать капитальным, потому что снизу залили бетон. Вот он, бетонное основание. Смотрите, бетон в песок. Это просто уму непостижимо. И даже если там эти участки кто-то кому-то продавал, и они находятся в зеленой зоне, то это муниципальная территория. Я так понимаю, что это сама администрация делает такое. Смотрите, полностью все бетонная конструкция. Как вам такое, Илон Маск? В общем, Анапа — территория полного беспредела. А здесь прям до сюда была тротуарная плитка, и вот здесь стояла лавочка. Эх, воспоминания, воспоминания.